О том, как защитить жителей Чувашии от экстремистов, говорили сегодня на совещании по обеспечению правопорядка в республике. За последние полгода правоохранители выявили 8 преступлений экстремистской направленности. Это, конечно, меньше по сравнению с прошлым годом, но не дает это право успокаиваться нам. И из 8, 7 преступлений совершены с использованием сети интернет. Так, на контроле МВД находятся 4 человека, которых ранее уже осуждали за участие в запрещенной террористической организации. Ранее данные лица осуществляли вербовочную деятельность непосредственно в мечетях, а сейчас они попытались вовлечь свои ряды через сеть интернет. Данный факт был пресечен, и один из них осужден по факту распространения в социальной сети Facebook экстремистских материалов запрещенной террористической организации. Еще один вопрос повестки дня – профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Таковых за последние полгода зафиксировали 41. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика.